Совсем немного осталось до начала матча на стадионе Сент-Мэрис, что в Саутгемптоне. Футболисты, арбитры с Бернли. Посмотрим на состав Саутгемптона. Тренер выпустил всего одного форварда. При должной поддержке игроков середины поля у него обязательно будут сегодня шансы. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Совсем немного осталось до начала матча на стадионе Сент-Мэрис, что в Саутгемптоне. Футболисты, арбитры с Бернли. Посмотрим на состав Саутгемптона. Тренер выпустил всего одного форварда. При должной поддержке игроков середины поля у него обязательно будут сегодня шансы. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. То есть парни играли в футбол четверо суток напролет. Спали урывками, а в один из дней по старой английской традиции шел проливной дождь. Вот что называется жить футболом. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Лемина. Тут его прижимают, не дают пространства. Вестергор. Чарли Остин. Мяч перешел к другой команде. Гудмунсон. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Райан Бертранд.